ちのジジイをかばいながらの戦い。指物低撃も動きが鈍い。Смотрите, как кто защищают старикашку Ямагути. Но даже у императорского театра силёнок не хватит. Может сжечь этот ресторан со всеми людьми внутри? Давай-ка ещё немного позабавимся. Лица, искаженные болью. Какое зрелище! Визит императорского боевого отряда цветов. Разрушения все растут. А горожане в порядке? Успокойся, эвакуация горожан в пригороды вот-вот закончится. После этого нам нужно будет отразить наступление сообщества черных демонов. Вперед! Один лишь Ямагути не успел убежать. А? Это я? Ямагути! О, это молодой парень, которого я недавно встретил. Я стану приманкой, а вы тем временем езжайте, пожалуйста, на машине до безопасного места. Дедушка, успокойтесь, пожалуйста, вы под нашей опекой, так что все в порядке. Ну, благодарю за любезность. И принимаю помощь. Перехожу на ваше попечение. Да, доверьтесь нам. Между прочим, Агами, если уж говорить про безопасное место. Машине Ямагути нужно доехать вон до того места. Агами, понимаешь, нельзя подпускать врагов близко. Ясно, ладно, все вперед. Эх, молодежь. Да. Смотри, не делай сумасбродных поступков. Будь-ка поосторожнее, когда пойдешь в бой. Хорошо. Агами. Похоже, что противник выбрал вас объектом для атаки. До тех пор, пока машина не доберется до безопасного места, отвлекайте врагов на себя. Ясно? Thank you.
Агами, наконец-то сражение. Ты помнишь особенности моего Кобу? Может, защищающаяся модель? Машина, которая оказывает поддержку другим бойцам, находясь позади них. Совершенно верно. Вы все отлично помните, я очень рада. У Корон действительно дальнобойное орудие, но оно не слишком... Но она плохо защищена, так сказать. Пускай, в принципе, отсюда прям и бьет, наверное. Хотя, в принципе... Зараза. Что ж такое? Так, это у нас Сумире, она тоже бьет на две клетки. Так, эти ребята, давайте вот здесь будут атаковать. Эти, то есть, группа, одна группа отдавливает вниз, другая наверх. Арис добивает. У нее тоже на две клеточки, она, значит, уничтожает вот этого типа. Ой, это бьет на три клетки у нас. Ага. Давайте суперударом вырубим вот этого чувака. Кстати, вот эту пушку, там какая-то огневая установка, ее надо выносить. Айрис довольно здорово досталась. Это не все роботы будут еще респиться новые. Вот эта огневая установка. Сразу двоих причем зацепила. Ее надо выносить. Ой-ой-ой, Айрис-то при смерти у нас. Арис нужно подлатать будет.
Господи, как же тут поступить? Новые роботы появляются, зараза, такие. Так, я думаю, что сейчас нужно подлатать этого нашего Агами, что ли, или пока не надо. Это ж... Давайте Сумере, наверное, вот сюда. Вернее, Сумере, говорю. Я не понял, почему я не могу атаковать-то? Вроде могу. Суперудара нет, да, у нее? Суперудара нет. Командир, не попробует ли изменить боевую тактику? Мне подходит тактика, при которой уничтожаешь врагов быстро один за другим. Тактика, при которой можно сражаться не спеша, тоже подойдет. Как поступим, командир? Давайте применим боевую тактику горы все-таки. Что у нас при смерти уже главный герой. Теперь можно вести неспешный бой. Черт, она его не добила, зараза такая. Отлично. Корн вовремя подоспела. В защиту только вставать. Вот эту огневую установку надо давить, добивать ее. Установка уничтожена. Так, Айрис при смерти. Ей нужно, наверное, себя отремонтировать в первую очередь. Так, подлаталась. Так, ну и долбануть, наверное, вот этого мужика. А, нет, давайте в защиту ее отправим. Хотя нет, можно атаковать. Давайте атакуем. Да. Так, атака из нее, конечно, вообще никакая. Все на Айрис нападают, зараза, такие.
Ну, Агами у нас в положении защиты, поэтому урона наносится мало. Вообще, вот на этом фланге не хватает у нас сил. Всего 3 робота. Тяжко ребятам приходится. Да, мы тут заблокированы в данный момент. Давайте суперудар вот на этом чуваке применим. Красные, они более толстокожие. Зелененькие легко валятся. Красные толстые. Блин, и тут респится. Отлично. Так, а если ей нельзя пропустить ход, да? Я обязательно должен ходить вот этой вот. Получается, я не могу пропустить ей ход. Ну, значит... Просто зелененькая для нее слишком легкая добыча. Она в ближнем бою самая сильная. Вот эта каратистка наша. Ее против красных надо пускать. Город в руинах, это все из-за бомб касса, огненной машины. Да, хотя изначально такие бомбы изобретались не для того, чтобы убивать людей. Неужели и мои изобретения могут приносить несчастье? Если изобретение Коран... Благодаря изобретениям Коран многие люди стали счастливее. Многие люди стали счастливы. Изобретение Коран всегда приносит радость людям, разве не так? Я рада, если будете так меня хвалить, удача в науке обойдет меня стороной. Агами, я считаю, что... Изобретения на то и нужны, чтобы делать людей счастливыми. Поэтому я не хочу использовать мои изобретения во вред людям. Да, это категорически недопустимо. Совершенно верно, поэтому нельзя прощать негодяев, похожих на кассы. Ты уж постарайся, Корон. Хорошо, итак, воодушевившись, давайте-ка примемся за дело. Так, этому всего один ход осталось сделать, чтобы покинуть поле боя. Так, это опять, похоже, не удел осталось у нас. Хотя, подождите. Да, похоже, что она опять осталась не удел, поэтому ей в защиту только. Хотя, подождите, она может подлатать Агами. Давайте подлатаем Агами. А вот здесь вот довольно сложная ситуация. Здесь очень много роботов, нас мы в меньшинстве. Вот тут конкретно обложили. Корон сейчас нужно будет, о, вернее этой Айрис нужно будет подлатать всех бойцов. Мокхё гекха.
Так, ему что? В защиту вставать? Наверное, в защиту. Так, Айрис, сейчас нужно будет всех вылечить. Встать как-то поближе к разным бойцам. И применить лечение. Все вновь здесь здоровы. Все равно ситуация здесь остается довольно тяжкой. Сейчас она сразу троих побьет. Ну, итальяночка сейчас у нас в плохом настроении, поэтому у нее характеристики занижены. И она действует не в полную силу. На этом фланге нам ничего, в принципе, не угрожает. Тут у нас даже численное преимущество. Черт, блин, я запустил глупость. Надо было зеленого атаковать. Тут явно одного удара не хватит. Атакаем по красненькому. Сволочи меньше. Отличный удар. Ну, Корон у нас, потому что находится в приподнятом настроении, у нее очень высокие характеристики сейчас. Командир, не попробовать ли изменить боевую тактику? Мне подходит тактика, при которой уничтожаешь врагов быстро один за другим. Как поступим, командир? Используем боевую тактику огонь. Это когда повыше плюсы идут к атаке, но минусы к обороне. Отлично, я буду косить врагов направо и налево. Стоп, нет, надо более широким флангом двигаться. Более широким фронтом, вернее, поэтому так вот и в защиту. Все, этот доехал. Так что этот бой все закончился. Ладно, похоже, что я Ямагути смог убежать. Теперь остается только уничтожить противника. Состояние бойцов.
приподнятом настроении Коран и Ари... и... Коран и кто-то, и все, по-моему, да? То есть у нее плюсы идут большие к атаке. А Орихимэ не в духе, как обычно. Масоки Хэй Гоко. Гурен но хоно. Я хари Коно ваташи но хоно де якареру то ва ун но ии гоми домо десу не. Яркое красное пламя, как цветок лотоса. Прекрасно, людишкам повезло, они ничтожный мусор сгорят в моем пламени. Что? Ты из сообщества черных демонов, Касса? Так это ты поджег город? Да, верно, поэтому омерзительный мусор сгорит дотла. Мусор, говоришь? Что ты о себе возомнил, мучитель невинных? Я тебя проучу. Что в этом смешного? Место, в которое вы эвакуировали здешних людишек, я заранее заложил там бомбу. Если сработает детонатор, который находится у меня, как думаешь, что будет? Что? Да чего же ты подлый тип? Мерзавец, что для тебя человеческая жизнь? После того, как мусор будет сожжен, столица очистится. Этот негодяй! Айрис его ненавидит. Этот мужчина действительно отвратительное создание. Я ни за что не проиграю такому, как ты. Мне нельзя проиграть ради дорогих мне людей. Как долго ты будешь похваляться своей силой? Сокомадео. Хватит. Кибаксочига. Нанимуно. Что? Детонатор? Кто? Вон там. Похоже, время еще есть. Мария! Это же Мария! Мария-да! Мария-да, кикурита! Мария пришла! Тайчо, осоку наримашта. Мария Тачибана, тадайма йори ханагуми ни фукишимас. Командир, я опоздала. Мария Тачибана лишь сейчас могла присоединиться к отряду цветов. Да, с возвращением Марии у нас прибавилось силы 100 человек. Ничтожному мусору нет прощения. Сожгу дотла.
お前たちもこの町も全て灰にしてくれるわ。И вы, и город, все превратится в пепел. Давайте покажем нашу силу. Так, все ломимся уничтожить ихнего главного босса. Тогда остальные нам не помешают. То есть все остальные роботы исчезнут. Не отвлекаемся на них. Все супер удары обрушиваем на босса. Он еще подлечится, конечно, но долго не продержится. Мария — это самый дальнобойный юнит. Самый дальнобойный юнит, и она довольно мощно атакует. У нее сейчас прилив сил. Спецудар тоже на нее, на босса. Уже половина здоровья практически как не бывало у босса ихнего. Так, Корон у нас бьет на 3 клетки, поэтому ей можно отойти куда-нибудь подальше. Вот сюда. Супер удар, опять же, на босса. Моя очередь. О, черт, не хватило силы удара. Красненького замочить. Он сейчас применит массовую атаку по площади огнем. Довольно жуткая штука. Сора. Все попали под раздачу. Нужно будет Айрис всех лечить. Однозначно. И вот он подлечился. Но он подлечиться только один раз сможет. Так, этот тоже. Этот на 2 клетки бьет. Ну, что-то не понял. Что происходит? Атаку на... сделайте мне спецудар. Это.
Арис сейчас всех подлечит у нас. Сразу пятерых бойцов подлатало. Теперь ему уже навряд ли что-то угрожает. Вся его атака по площади огнем, считай, что оказалась бесполезна. Кстати, Агами она не зацепила своим целебным даром. Так, это бьет на три клеточки. Так, она не доберется до него, я так понимаю. А может, доберется. Давайте попробуем вот так вот. Сожгу дотла. Вот этот синенький особо опасный зверь стреляет издалека и по площади. А, нет, он не опасный ни хрена. Он стреляет по площади, но видите, удар наносит слабенький совсем. С ней сказать, смешной. Не будем даже на него внимания обращать. А вот Агами сейчас в довольно сложной ситуации. Сейчас все на него кинутся. Так, я думаю, что... сюда он сможет переместиться, нет? Я думаю, что... да, сможет. Давайте рискнем. Ставим его в атаку. Синхронная атака вместе с Куром получилась. 80 урона. Я сейчас за Агами переживаю, потому что... мало здоровья. Сого! Да не, все, победили. Один удар по врагу и все. Назе, назе, коно ватаси га катену, конна гуми домо ни. Ну почему? Почему я не смог одержать победу? Проиграл ничтожному мусору. Вы меня еще попомните, ничтожный мусор. Сожгу, сожгу дотла. И боевой отряд цветов, и столицу, весь этот мусор сожгу дотла. Хе-хе, донна муя.
Получилось. 逃げられてしまいましたね。ですが、市民に被害がなくて幸いでした。Ему удалось сбежать, однако хорошо, что нет потерь среди горожан. Да, ситуация была действительно опасная. Мария здорово помогла нам. 遅くなって申し訳ありません、隊長。Я опоздал и не нахожу слов для извинения, командир. おかえり、マリア。С возвращением, Мария. みんな元気そうでよかった。で、ヨネダ支配人はどうなの？Хорошо, что все живы и здоровы. Ну, как там главнокомандующий Ёнеда? Ёнеда-хан, もうピンピンしてはる。病室で宴会やってるらしいで。Ёнеда уже отлично себя чувствует. Похоже, он и в больничной палате закатывает банкеты. そうや、こっちも宴会や。うちの宴会君対応でパーッと盛り上げたるわ。Нам бы тоже не помешал праздник. Мой банкетный король Эйнкай-кун всех сразу развеселит. Ай, каваразу не, Коран. Демо, дайжина кото васлете рын джанай? Ты все та же, Коран. Но ты не забыла кое-что важное? А, сея на. Ицумо на аре яранто. А, ну конечно, давайте сделаем то же, что и всегда. Да, теперь весь боевой отряд цветов в сборе. Ладно, делаем. Она ику де. Сено. Вперед, начинаем. Поза победителя. Через несколько дней после пожара в Фукугава. Что? Это означает, что... Вы и есть тот дедушка из ресторана? И канему. Соно джи-сан га коно ваши. Верно. Тайгун-дайжин Ямагути Кадзутоё жа. Тем дедушкой был я, министр Ямагути Кадзутоё. Министр Ямагути? В ресторане я был ужасно невежлив. Гоменнасай, атаси оджи-сан да нанте. Ох, простите, я назвала вас дедушкой. Не камаванте. Вашимо осиноби де декагетан джагара на. Это не имеет значения, я ведь тоже был там инкогнито. Масака рёте но нондагуре га кайгун дайжин да то ва кизуканчаттаро. Вряд ли ты мог знать, что пьяница в ресторане – министр военно-морских сил, ведь верно? Я глубоко вам признателен. Отряд цветов, вы сражались действительно выше всяких похвал. Очевидно, что враги, именуемые сообществом черных демонов, представляют угрозу столице. Последнее время деятельность некоторых радикальных партий вызывает опасения. Поэтому мне хочется избежать открытого противостояния с армией. Однако я могу повлиять на главнокомандующего военно-морских сил и постараюсь оказать поддержку боевому корпусу. Кроме того, я поклонник вашей оперной труппы, и мне ужасно хочется смотреть ваши спектакли и дальше. Я постараюсь обеспечить вам финансирование, чтобы облегчить ваш труд. Это значит... Мы сможем выбраться из нищеты. Смотрите спектакли Канзаки Сумира ежедневно и живите 10 тысяч лет. Дедуля, я тебя обожаю. Ха-ха-ха-ха-ха-ха!
Если вы так считаете, то я с вами согласен. Держитесь, молодежь. Хорошо. Вот удача, командир. Да. И это все благодаря самоуправству Корон и Сакуры. Черт, это как-то уж чересчур строго, Агами. Боже, Агами злой человек. それは体の休息、夏休み、それは魂の休息、久しぶりの暖かい時間。次回桜大戦2、嬉し恥ずかし夏休み、大正桜にロマンの嵐。今は私だけを守ってほしい。